И вновь привет всем, с вами я, Чупа Хардкор. Так, у нас жестко залагало, вот, все отлагало. И мы продолжаем играть в Майнкрафт. Map 100 Floors. Итак, версия Майнкрафта 1.6.4, я ее недавно скачал. Мне прислал один из моих подписчиков ее, потому что я не мог ее найти нормальную. Так вот, что-то сильно лагает она с фрапсом. Что ж, в прошлый раз мы не прошли с вами четвертый этаж, но прошли пятый. Давайте заходим на четвертый этаж. Что у нас здесь? Так. Сейчас посмотрим. Это Back to Level Selection. Здесь у нас имеется рычаг и руна какая-то. А, я вспомнил, что это та гребаная карта, где нужно идти по следам и вставить рычаг. Как я понимаю, нужно было не самому перемещаться, я сейчас вот додумался до этого, а именно просто смотреть, куда ведет у нас книга. Почему-то не могу ее включить сейчас. Итак, все отлично, руна. Все, начинаем. Так, 3 вперед. 1, 2, 3. Далее 4 вправо. 1, 2, 3, 4. 2 влево. 1, 2. 3 вправо. 1, 2, 3. 6 влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 2 влево, 1 влево и 1 вправо. 1, 2. 1. Вот сюда. Итак, проверим. Опускайся же, чертов рычаг. Ну. Yes, все, мы открыли чертову дверь. Почему я не мог этого сделать в прошлый раз, я не понимаю. Ну ладно. Все, floor complete. Вот. Итак, мы продолжаем. Давайте пойдем в шестую комнату, получается. Я не пойму, почему лагает. Это, видимо, из-за новой версии. Обидно очень прямо. Так я скажу вам. О, господи. Я не пойму, что это. Так, здесь 4 кнопки. Загорается одна лампочка. А, ну я понял, что нам нужно здесь. Почему-то флор уже комплит. Походу они сами просто его открыли. Ну я понял, в чем суть. Мы просто ставим каждого из человечков на плиту, и после этого становимся четвертым на следующую плиту, дверь открывается. Но это легко. Итак, что здесь делают мобы, я не понимаю. Они каким-то образом проникли сюда. Мы должны очистить инвентарь. Ладно, шестой уровень. Не понял прикола, ладно. Уровень номер 5 прошли, 6, 7 уровень. Итак. Опа. Уходи, зомби! Уходи, зомби! Я тебя победю! Да как ты посмел меня ударить? Все, да, мы выиграли. Итак, в сундуке у нас имеется. Стрелами написано 26. 26. То есть 2 и 6. 2. Угу. 2. 5. 5. 2 и 5. 25. Ну, давайте возьмем. Я не только не понимаю, где 2, а где 5. Берем 2.
Берем раз, два, три, четыре, пять, пять. И... Они промахнулись. Я предлагаю не вынать эти стрелы, дабы оставить карту целой. Просто возьмем стрелы отсюда. Ковры. Ха. Класс. Я слишком много не знаю об этой версии. Возьмем так, вот так, и потом очистим инвентарь. Ну, вернее, нам больше не понадобятся эти стрелы, потому что я их сейчас все выложу. Вот. Все. И теперь... Опять. Опять промахнулись. И мы ведь не можем... О, попали. Попали. Но дверь не открылась. Дверь, увы, не открылась. И блоки ломать нам нельзя. Стрелы сейчас исчезнут. Я продолжу запись, как только они исчезнут. Вот стрелы исчезли. Так. Сейчас я повынаю отсюда их. Итак, два. И пять. Пять, все, отлично. Одна горит, вторая нет. Все, отлично, мы прошли этот уровень. В инвентаре у нас лишь гнилая плоть, которую добыл зомби. Так, мы проходим восьмой уровень. Вау, как же он мне нравится. Господи, ой, тут моб заспаунился сейчас. Я должен его победить. Странно, карта на логику, а тут... Ну ладно. Маленький минус разрабов. Сейчас мы его угрохаем. Так, мап номер 8, да, уже? Да. А ну иди сюда, паршивый скелет. Все, я его убил. Так, нам нужно сделать так, чтобы все блоки задвинулись, как я понимаю. Либо выстроились в какую-то единую цепь. Да. Если честно, я даже не понял, что я сделал. Ну ладно, левел пройден. Что тут терять? Давайте чистим инвентарь. 8-9 уровень. Итак. Стоп вотер. Остановить воду. Ха. Итем хир. Инвентарь. О, господи. Мне придется это сделать, ребят. Все. Так, здесь мы имеем 4 кварцевых блока, причем стоящих по отдельности. Мы сделаем вот так. Как я понимаю, мы должны поставить их таким образом, чтобы вода стекала сюда и бросить слиток железа. Мне нужно узнать, откуда будет вытекать вода. Все ясно. И давайте подстроим. Ну, для начала, я думаю. Поставим блок сюда. Так. Раз. Два. Хм. Такс, такс, такс. Три. И четыре. Отлично, вода затекает туда у нас. И бросаем блок. Железо. Я не понял, куда он делся. Эй, у нас пропал блок железа. А, все, дверь открылась. Видимо, он доплыл, это просто был баг. Остановим воду, чтобы левел был чист. И пройдем в дверь. Все, и 10 уровень. Легкий. Хм.
просто опустить все рычаги, но это слишком мечта. Ясно. Понятно. Так, первые два. Оба вниз. Эти два. Оба вверх. Эти. А верхний вверх, а этот вниз. И последний оба вот сюда. Отлично, мы прошли этот уровень. Ну, я думаю, на этом хватит. Спасибо за просмотр. С вами был я, Чупа Хардкор. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, будет очень приятно. Пока.